Ну что ж, здрасте всем. 22-я ферма Бухалова. Продолжаем. Как я и говорил, сегодня мы будем делать что? Так, у меня вся техника аж в гаражах стоит. Так, у меня стоит трактор с косилкой. А, да, точно, косилку же я хотел отправить куда? На 12... А, вы, кстати, не угадайте, что произошло. Что произошло, я сам офигел. Смотрите, за сколько я купил с помощью вот этого скрипта 12-е поле. Я аж сам офигел. Но она продается сейчас, он получит. Был 90 тысяч, сейчас 122. Чё-то хрен пойми. Это скрипт, по-моему, немножко это сам. Ну как это называется? Как аферист какой-то, что ли, не знаю, как мошенник какой-то или обманщик. Не знаю, короче, называйте как хотите. Но купил я поле старовой за 40 тысяч. Так, а туда у нас, получается, курса нету. Надо, получается, вот так его нарисовать. Тут рядом у нас что? А, вот тут еще поворот есть. И вот тут. Сначала давайте доедем до туда. Косилку я взял самую... Ну, это самая такая дорогая из модовых. Ну, в смысле, она стоит всего 8 тысяч. Но она такая складная, так сказать. Все, погнали туда. Солому с 13-го поля я в тюки собрал. Ее надо сейчас погрузить и отвезти. Что мы еще хотели? Мы еще хотели на базе, получается, немножко дрова попилить. Ну, то есть лес повалить. Извини, у меня тормозов нет ни хрена. У него реально тормозов нет, он хуже газика тормозит. Плюс у него, по-моему, коробка еще воет постоянно. Плюс он топливо жрет. Будь здоров. Поэтому этот трактор немножко даже невыгоден в эксплуатации. Ладно, хоть тут нет никакого показателя по износу шин, блин. Так, подожди. Все это, конечно, круто, но мне надо еще курс нарисовать. Так что, опа! Нормально, погнали. Не хочу я скачивать готовые, лучше сам нарисую. Свою как-то проще как-то понять, что куда. Это только палочка, которая прям перед носом пролетает. Не знаю, но мне Бухало пока что прям очень нравится. Она мне очень напоминает рассвет. Она такая, ну... Хрен его знает. Ну, что-то такое тут в этой карте есть. Даже несмотря на то, что здесь все тоже такое старое, заброшенное местами даже. И я тут за мной целый конвой. Жалко, вы обгонять не умеете. Хотя вам тут можно, кстати. Ну вон же, красота. Автор прям постарался, я смотрю. Так, подожди, 17-е поле. Сейчас, секунду, покурите пока. У меня просто посмотри, где мне лучше заезжать. Сейчас, секунду. Блин, тут это бетонка, да? Ну, блин, придется, значит, до конца ехать. Я хочу по бетонке ехать. Тут, конечно, получше место. Но здесь, вон, текстура этой грязи, блин, однообразная. Вот еще, получается, заезд. Но тут места мало. Поэтому начертим туда. Так, время получается 3 часа. У меня 11, времени еще полно. Ну, ты, также я, получается, 40-45 минут буду теперь серии писать. Уж сорян, блин, ну, рутюб так, рутюбик. То есть ограничение по весу. А вот сейчас не тормозит. Так, наверное, ближе, наверное, к обочине, хотя тут столбы уже. Он, видали, как гудит. Так, я поворачиваю. Аккуратненько. А у него поворотники-то хоть работают? А то что-то никакого писка даже не было. Ой, бетонка. Я вот не знаю, почему. Какой-то фитиш, что ли, но обожаю такие вот дороги. Так, а где бы мне встать-то? Надо встать так, чтобы потом не мешать никому. То есть из работников и самому себе. Вот по-хорошему вот здесь надо встать, вот так вот. Да даже можно вот тут вот, например. Вот следующая точка, вот, все. Так, 12-е поле. Просто 12 пишу и все, так намного проще. Я хотел, конечно, ему еще передние волны цепить и еще косилку взять, но я боюсь, бы он по лошадям бы тогда не справился. Пусть уж тогда с этой ездит. С того края начну. Оно хотя бы ровное. Хотя тут-то без разницы, где я начну. Это же курс поэч. Она, кстати, его на бок так тянет здорово. Это прям капец.
А вот тут, смотри, трава совсем другая, по-моему. Или такая же. Или она, может, уже такая, ну, как созревшая, что ли. Так, нет курса. Угу, тут он уже все видит. Так, а сколько поворотных-то? Он же, получается... А, тем более я косилку, получается, с краю поставил. Ну, может, тогда две сделать хотя бы. Ну, окей, давай попробуем так. Надеюсь, я все правильно сделал. Давай. Ой, немножко не так. Ну ладно, он сейчас все равно пройдет. Надо было все... Стоять! Ты не там поехал, блин. Да, он не там поехал. Так, эта линия куда идет? Туда. Он сразу со второй начал. Тут, конечно, по-хорошему... Нет, с двумя я еще не пробовал работать, так сказать. А че он все равно туда-то едет? Ну, пусть едет туда, насрать. Так, у нас что? У нас задача такая, собрать тюки. Да. У этого КамАЗа... Нет, я помню, просто был какой-то КамАЗ, у которого борт можно было убрать. По-моему, это был другой сельхозник, что ли? Че он по этой стороне поехал, хрен его знает. Ну, пусть, короче, работает. Так, тебя нужно... А, давайте, знаете, давайте тюками не будем заниматься. Я понимаю, в той сети мы занимаемся тюками, а то сейчас опять тюки, тюки, надоест всем. И мне тоже. Поэтому начнем вот с этого места. Тут я хочу немножко все облагородить, так сказать. О, опять ехали, дали? Я говорю, со звуком что-то они намудили. О. Ну-ка. Вот сейчас нормально. То есть под деревьями теперь тоже эхо появляется. Ну-ка. Нет, сейчас нету ничего. Ой, блин, как это говно потом тащить на ферму? Ой, на эту, на лесопилку-то. О, опять эхо. Ну-ка. А, они пропадают. Ой, замечательно, тогда я сейчас все это говно уберу. Тем более, это, наверное, не будет засчитываться как ресурс. Нет, нет. Кстати, это здорово, то, что не пропадает. Ага. Потому что грузить такую фигню будет неудобно. Блин, вот эти уже не пропадают. Ее можно, конечно, и волком дотащить, но и волком будет тоже проблематично, потому что он будет за все цепляться. Бац, по башке. Так, волкователь я, по-моему... А, да, у меня тоже на базе стоит. Можно было следом, кстати, волкователь запустить. Фух, ну более-менее вроде бы справились. Так, вот эту мелочь надо только убрать. Блин, по идее, можно его даже, кстати, сейчас МТЗ тащить на лесопилку. О, блин, береза. Ой, елки-палки, сейчас электрики прибегут, блин, по башке настучат. Не, ну давайте по-нормальному, без суперсил. Мне уже, если честно, самому это начинает надоедать, постоянно суперсилу использовать. Так, получается, ведь на базу сбросится, да? Тайфун-то. Подожди, а у 1523, по-моему, есть лесной каркас, да? И насколько я помню. Или нету? Крепление. Это не то. Сирия. Дизайн капота, это не то. Не, по-моему, был прям отдельно. Лесной каркас. Походу нету, или я что-то не вижу. Так, ну, заводим также МТЗ. Ну, то, что тут эхо, это нормально. Я думаю, я когда 5 часов на нем, так, где она, отработаю, то я ему немножко тюнинг сделал. Хотя я ему уже тюнинг сделал, потому что у нас уже теперь МТЗ 1221.2. Плюс я ему оптику поставил, второй или третий вариант. Дополнительный бак. Снял с него фронталку, продал ее. Тут у нас какая-то еще фронталка, он там стоит, но я не знаю, что это за фронталка такая. На этом тракторе, кстати, дотащил волкователь. Это было, конечно, прикольно. Он, кстати, нормально ее потянул.
Работать, наверное, вряд ли сможет, но тянет нормально. Блин, а тут уже вечер. Ну ладно, в принципе, у нас работы не так много на самом деле. Именно под запись. Че он там работает, интересно? Ну вот, вроде косит. Ну вот так вот проще смотреть. Тут он что-то немного тупанул. Да, я правильно еду. Тут, наверное, придется самому проехать. Хотя нет, смотри, здесь в обратную сторону же как-то по-другому идет. Практически по краю поля. А, ну да, у него сейчас косилка тоже в этой стороне. Странно, там же направление было в одну сторону, по-моему. Бля, ну как же я обожаю эти бетонные дороги. Что-то в них есть такое. Не знаю, что, какая-то магия, наверное. Даже не хочется ехать быстро по ней. Хочется потихонечку, так не спеша. Можно, конечно, по-хорошему вообще их не таскать тайфуном, а грузить во что-нибудь. Например, вот в тот прицеп. И, кстати, теперь есть смысл купить для мини-погрузчика, например, вот этот вот корчеватель. Очень даже есть смысл. Я, наверное, его возьму. Блин, цветов жалко нет. Возьмем так. Навозные виллы. А тут есть виллы для... О, бревнозахват есть. Блин, а может попробовать? Я, по-моему, в 19-й вообще не пользуюсь инструментами для мини-погрузчиков. Вообще никакими толком. По-моему, только вот этими. А тут сколько? 1200. И у него что-то предварительный подъем есть? Слушай, а мини-погрузчик, оказывается, хорошая штука. Учитывая, какой доход у нас поддонов, я думаю, возьму. Чисто попробовать. Можно было, на самом деле, просто арендовать. Так, надо тогда гнать какой-то трактор туда. Надо было, на самом деле, вместо трактора взять этот. Машину. На машине был... Да ты чё? Ты чё за... Зацепилось, что ли, так? Оба. Ой, чё ты... Это чё такое? А, это текстурка такая. Я думаю, что там, я думаю, колеса что ли спустил. Так, это отцепляем пока. Подожди, тут какая-то яма что ли? А, да, тут яма какая-то. А, блин, из этой текстурки смотрится, конечно, не очень, поэтому надо ее заровнять. Так, делаем следующее. Так, где у нас... Этот трактор хорош, но лучше бы я взял этот, как ее, Сантану. Ну, короче, ландровер тут. Ай да, в принципе, чего продавать-то? Пусть стоит, пригодится еще. До каких мелких работ тоже. Он на коровнике будет что-нибудь делать. Тем более, тут есть теперь такой прицеп, который идеально к нему подходит. Вот. Вот. Самое то. Хотя у него грузоподъемность всего 1,5 тонны. На него даже этот поддон не поставишь. Так, значит, делаем следующее. Ну, чтобы по-быстрому туда мотаться, туда-сюда, так сказать, я беру вот этот драндулет. Колеса. А давайте просто в стоке пока возьмем, и все. По мере возможности будем его прокачивать. Так. Теперь этот прицеп. Вот этот сбрасываем на магазин. А... Ну да, я могу и это сбросить. И не ездить никуда. Ну ладно. Ну а что, похож на УАЗик, просто английский. Английский УАЗик, так и будем называть. Ой, я уже думал, надо будет устанавливать. Так, ну тут уже делать ничего не сможешь. Тут придется суперсилу использовать. 900 килограмм, тяжелая штука. Так вот, хоп. А это сколько? 385. Хотя в магазине все это писалось. Они фиксируются ремнями? А, ну да, сейчас ведь все фиксируется. Так, я ставлю 70.
У него и физика такая приятная, и звуки, ну, очень хорош. Вот если бы УАЗик был бы с такой же физикой, с таким звуком, с таким же управлением, с таким же внешним видом, я бы УАЗик использовал. Но тот УАЗик, который есть сейчас, ну, такой, как бы это, какой-то из пластилина сделан. Хотя это тоже, по сути, ну, это, в принципе, местами только, если из пластилина. Ну, а по-моему, у него звуки от стандартного пикапа, кстати. Вроде как да. Или нет. Ну, может, чуть-чуть изменены. Ой, блин, да этот гребаный прицеп цепляет постоянно. Надо будет, наверное, ему какую-то замену искать. Ну, вот это вот, наверное, вот крепление такое стояночное. Все, моя приехать. Забирайте ваш хлам. Так, с чего начнем? С чего начнем? Так, это мы оставим здесь. Куда ты прицеп-то взял? Блин. Суперсилу используй тут. Это он как болтается. Так, поставлю куда-нибудь сюда, пока чтобы не мешалось. Это сюда воткнем. Это. О-о-о, еще полететь не хватало. Ну, что-то я сегодня вообще расслабился. Только говорю, вот, суперсилу не буду использовать. Сейчас тут, блин, прям беспредел навожу какой-то. Так, что там у меня с товарищ-то? Че он там уже косячит? А, блин. Может быть, стоило ему, конечно. Блин, а курс поэта, получается, рассчитывает. Ну да, он, получается, немножко неправильно рассчитывает. Хотя вот тут он нормально скосил. Почему он там нормально не скосил? Хрен его знает. Ему, наверное, надо было все-таки ставить. Тут, наверное, какое-то смещение надо делать. Я хрен его знает как. Ему надо передний вом ставить и брать еще одну косилку. Ему, конечно, будет тяжеловато с двумя косилками, но я думаю, справится. Потому что я сомневаюсь, что у него 135 лошадей на самом деле. Блин, придется тогда обратно переключаться на Land Rover. На самом деле, я не знаю, подойдет ли она. Это, кстати, другая фронталка. Она, получается, подходит только что ли для Фергюсонов, что ли. Тут можно поставить вол, 4 контакта. Цвет я не буду менять, 2600 берем. И берем самую простую косилку. Она стоит, по-моему, вообще как-то... Что моя ничего не... 12 косарей дороже, чем моя модовая. Круто, блин. Вот цена. Ну, это 40 лошадей всего. Но, опять-таки, немножко не хватит. Не буду ничего сбрасывать, так и поеду. Все-таки у меня потихоньку набирается техника, которая, скорее всего, опять-таки будет тупо простаивать. Начиная вот с того маленького трактора. Я вряд ли буду им пользоваться, вот как ни крути. Вот что я им буду делать? Если только ему, не знаю, дисковый культиватор присобачить, или паук, или прицеп. И возить по одному тюку. Ну, не знаю, просто реально, мне он особо не нужен. Что-то и FPS начал опять падать. А-а-а. Вон он из-за чего начал падать. Варнинг. Значит, фронталку придется потом удалить. Сначала, конечно, продать, а потом удалить. Тут есть мой FPS упал. Так, по времени все нормально. Слушай, что-то подлагивать стало конкретно, кстати. Так, сброшу уж оттуда тогда. Можно было, конечно, сам трактор сбросить, но пока он туда-сюда доедет, 100 лет пройдет. Хотя у меня курс есть. А у меня курса, получается, на базу, по-моему, нет. Так, сколько она весит-то? 600 килограмм. Блин, она легче... Корчеватель даже выходит. Это сколько? 500. Да что ты...
Чуть он немножко наклоняется. Так, главное не забыть тогда трехточку эту удалить. И, наверное, тут... Хотя, наверное, и та будет уже лагать. ПП, который там... Экскаватор, еще что-то там делал. У него там, кстати, трактор гусеничный вышел. Он, по-моему, стоит, конечно, 19... А куда я, по-моему... Я же не туда поехал, да? Да, я не туда поехал. А ну, по полям я, наверное, вряд ли туда доберусь. Хотя, кто его знает, что тут у нас по дороге-то. Хотя нет, по-моему, доберусь, погнали. Жалко, у него задняя дверь не открывается. Ему можно поставить еще сверху тент. О, этот. Как эта фигня? Багажник поставить сверху. И получается, ремнями она может тоже крепить объект. Так, а там вода. Проверим. Плывучесть его. Бульк. А, тут вообще. Интересно, воду там можно набирать? Слушай, ну красиво. Вот местами, видишь, прям красота красивая прям. Ну, иногда надо от третьего лица гонять. Блин, видите, он какие косяки наставлял. Ой, ой, ой. О, ямка. Звуки такие громкие стали, когда едешь по какой-то там грязи или еще почему-нибудь. Ой, тормози. Так, противовес надо тогда от него тоже отцепить. О, красиво упал. И сюда тоже его отправить. Ух, нифига он какой. А, он же на 800 килограмм, конечно. Это мы ставим сюда. Был бы Урал, конечно. Вот жалко, Урал-пак не, нету по отдельности всех этих модов. Мне вот все именно Уралы нафиг не нужны. А что-нибудь одно, типа манипулятора или... Так, ну вроде нормально смотрится. Можно было чуть пониже его, конечно. О, во, ой, дали, все. Жалко, что он, конечно, косячный. А что это за какой-то прицеп опустил этот кузов? Это что это? Прикольный звук такой. Блин, получается, надо переделать опять. Или он будет сейчас нормально косить? Ну-ка. Нет, он, скорее всего, не будет уже так косить. Блин. Или можешь попробовать? Давай попробуем. Вон, видали, как ему тяжело. Ну, ему главное разогнаться, и тогда нормально будет. Блин, ну я хрен его знает. Возможно, я сделал неправильно. Нет, скорее всего, уже неправильно, потому что... Потому что... Ширина 4 метра. А, подожди, а сколько GPS будет определять ширину? 6 метров. Ну, то есть, получается, с этой. То есть, тут 2 метра, и тут, получается, 4. Значит, курс плеч немножко не понимает такие, да? Так, где-то... Блин, сейчас получается все по новой будет, да? Ну да. Так, эта линия куда ведет? Подожди, здесь он, получается, будет проходить вот так. Ладно, давайте запустим его так, а остальные вот эти вот маленькие, которые он не скосил, я сам доделал. Надо сейчас посмотреть. Надо было изначально так сделать. Так. Ой, блин, это не в ту сторону ведет вообще. Подожди. Ой, блин. Ну я не знал, я не знал. Теперь буду знать, что лучше брать вот такую, наверное. Ну или надо что-то просто настроить, чтобы он так ездил нормально. По-любому Андрей напишет, конечно же, что я должен был сделать, но не сделал. Чё это за звуки постоянно кузова какого-то, блин. Блин, а. Блин, ну трехточка, кстати, красивая еще такая, четкая, по сравнению с той, которая до этого была. Жалко даже удалять-то ее. Да куда ты опять поехал-то?
Он, наверное, подхватил ту точку и там поехал. Вот твоя линия, езжай. А, вон как получается. У него не совсем по центру надо будет идти, а вот так немножко с края. Ну ладно, с этим мы разобрались. Так, все, переключаемся сюда. Тут у нас что? Так, тут у нас что? Тут надо цепануть МТЗ-ху. Корчеватель, ой, точнее тайфун я пока отцеплю. Вот тут бы, конечно, пригодился бы какой-нибудь 80-й МТЗ или еще какой-нибудь там послабее, так сказать, чисто прицепик таскать. Ну, я не знаю, когда от USSR моддинг выйдет этот пак, потому что уже, блин, майны на СО до сих пор ничего нету. Я надеюсь, не будет все одним паком, который будет весить почти под гиг. А будет все, наверное, хотя бы, ну не знаю, по отдельности, что ли, там погрузчики отдельно, комбайны отдельно. Просто трактора тоже отдельно качать. Надо как-то немножко не... Ну не то будет. Так, у березы что у нас тут? Надо что-нибудь убирать-то. Тут, наверное, тоже ветки придется убирать. Блин, я хочу по-нормальному, если честно. Блин, некоторые пропадают, некоторые остаются. Но эти верхние, скорее всего, пропадут. Но это, кстати, хорошо они сделали. Есть хотя бы какой-то... мотивация, что ли. А то некоторые деревья, я помню, в 17-й ферме, когда только появилось это лесничество. Ой. Хоть какую-то ветку спили, блин, она все равно, получается, останется. И толку от нее будет никакого. В плане ресурса. Да куда ты, блин? Кстати, опять эхо. До 1.4 такого не было. Вот. Перемудрили они с этим эхом, конечно. Его вообще можно было и не, как бы не вводить игру, что ли. Не особо-то оно и нужно. Чего ты его поднять не можешь? Он 45 килограмм. А, наверное, это пропадет, да? Так, а там на сколько у нас прицеп? По-моему, на 6 метров. Ну, если так, на глаз. Блин, жалко, рулетки нет. Так, это тоже надо распилить. Ох, березовые дрова бы сейчас. Вот сейчас бы их в этот... ну, этот, в пенькаре... ой, как там, дровокол-то их зафигарить. 300, 400. Слушай, а погрузчик нормально их будет поднимать. Ну, это вот береза, блин. Так, что там у нас косилка? Блин, все равно что-то оставляет косики, видите? Ну, в этой серии мы, наверное, уже вряд ли будем волковать. Я, скорее всего, за кадром прокашу вот эти вот косички. И, наверное, в следующий раз... при следующем покосе буду, наверное, брать вот такую косилку и вот такую. Блин, но мне, получается, нужен какой-то норм... А я забыл. А я забыл. Я забыл скачать ХТЗ. Блин. Я могу, в принципе, сейчас выйти скачать, но в данный момент мне он сейчас не нужен, потому что мы вот тут занимаемся работой. Но опять-таки, брать один ХТЗ из покоса, не знаю. Блин, вот эта текстурка меня раздражает, если честно. Так, а ремни у него есть? Ага, ну конечно. Наверное, лучше, как я делал в 19-й ферме и как в 17-й. Тут, наверное, прокатит так. Что такое? А, грёбаный курсплей. Идти отсюда. Мне на погрузчике он нахер не нужен. Опа. Потом отцепляешь и потом еще раскрепишь. Вот и все. Тем более с этим лесом очень много дел имел. Бля, ну... я сейчас, наверное, отъеду и заровняю эту фигню. Падай. Тук. Ну, потому что даже на той же английской карте у меня слишком быстрое получилось развитие. Тут в итоге то же самое сейчас выйдет. Надо потихонечку все-таки помедленнее делать. Так. Нет, не смягчить, а уровень.
А что, он поднимает? Нет, ну-ка. Ой, лишка. Хотя нет, по-моему, как раз-таки самое то. Не-не, немножко лишка. Блин, надо как-то... Оп-оп. Хотя, получается, тут немножко выше будет, да? Блин, тут уже МТЗ-ха мешает, да? В идеале, конечно, просто эту текстуру надо удалить, и тогда никакого геморроя не будет. Просто она как-то, знаете, вообще тут не к месту. Но если выровнять, то, в принципе, нормально будет. Так, теперь, блин, бабенка моя будет мешать, да? Во. Теперь вот тут углы, блин, немножко смягчить. Меня очень огорчает то, что здесь очень мало по окрашиванию. На некоторых картах прям там до хрена. Здесь что-то прям вообще ни о чем. Так, ну тут немножко осталось, да? Ну, в принципе, нормально. Ну ладно, может Руслан заметит и удалит эту текстуру к чертям. Хотя я могу, наверное, сам, в принципе, и удалить. Нам будет редактор просто скачать, зайти да удалить. Немножко, конечно, неровно будет. Ну, блин, это русская карта. Где здесь должно быть что-то быть ровным, идеальным? Так, а я же, по-моему, на две части проспилил, да? А где тут спил-то? Вот, по-моему, да? Ни хрена просто не видно. Так, а, кстати, может от первого лица попробовать? Оп. Блин, вот тут уже эти... Ага. Коряги тебе будут мешать, и от первого лица будет немножко сложнее. Ну, слушай, довольно-таки удобно. Мелочь грузить самое то. Так, у нас уже скоро вечер. Хоп. Триггеры же там все равно, получается, этот лес сожрет, и не надо будет ничего выгружать. Вот с этим деревом, наверное, проблем будет. Тут, наверное, надо будет покороче пилить. Хотя, подожди, а у этого погрузчика что-то писалось про грузоподъемность, кстати? Нет. А, у них ничего не пишет. А где я видел про грузоподъемность? Ой. Да что такое? Вот с такими деревьями всегда какие-то проблемы могут быть. Или коллизия неправильно работает, или еще что-нибудь. Блин. Ну вот, видите, придется, наверное, распилить пополам. А эхо что, получается, не пропадет, что ли? Или пока я пенек не уберу, оно не пропадет? Или ты от этого дерева, ой, от этого столба эхо идет? Монолит, блин, какой-то. Или как там его? Исполнитель желаний. Что там у нас? Косильщик. Косильщик-то накосил тут, блин. Придется потом самому. Одну косилку я цеплю, заднюю, и буду передние там эти косички выбирать. Подожди, а на таком поле я же мог просто наемника, наверное, просто запустить, да и все. Кстати, на самом деле, да, надо сейчас попробовать. Наверное, тут даже крусплей-то не обязательно было запускать. Наемник, конечно, побольше денег сожрет. Блин, ну тут что-то вообще хрень какая-то. Тут, блин, тут коллизия какая-то. А, руками можно поднять, хоть оно 94 килограмма есть, может, давно бы, наверное, спина отвалилась. Так, я хочу проверить... Подожди. Блин, он уже доехал. Да, я переключусь. Ой, не то. Мне просто жуть как интересно. А вдруг здесь можно было просто запустить наемника? Ну, обычного, встроенного. Подожди, тут же есть наемник, который может так ездить. Я вообще про него забыл.
Блин, звуки эти. Че, серьезно? И будет работать, и нормально разворачиваться. Вот если он еще и развернется там нормально. Подожди, там в конце что вообще? Просто я смотрю тут. Он же, получается, в пределах поля будет разворачиваться или нет? Просто ему, как назло, может помешать вот это дерево. Или он может вообще утопиться в этой луже. Ну-ка, подождите секунду, я кое-что хочу проверить. Эхо слишком большое стало. Допустим, я хочу его продать. Тем более, к этому все идет. А, перейти, получается, так. А, вот сюда, да? Ну, пусть едет. И что, прям поедет? И прям по дороге поедет. Ой, как я его заколбасил-то. Ага, ага, ну конечно. Эй, алкаш, блин, по дороге едь. Он, по-моему, сейчас стенку воткнется и все, да? Что-то я ему не особо доверяю. Ну, вроде поехал, но что-то как... Что-то у него руки дрожат, блин. Так, что у нас тут-то? Ну-ка. Да ладно, еще и развернулся. До свидания, Курсвей, пока что. Ты мне больше не нужен на этом поле. Может, конечно, пригодится еще. Хотя, наверное, волкователь-то не умеет работать с этим. Ну, то есть, наемник с волкователем. Но там таких проблем все равно не будет, как с этим. А я и забыл про этого наемника-то. Полуавтоматический-то этот. Ага, вот, видите, шланги теперь подключаются. Че у нас там тут? Работничек? Едет? Надеюсь, он не по встречке едет. Он, наверное, вообще может ехать хоть как. Не, давайте тыпыхнемся, посмотрим, как он едет. Да ладно, даже по своей полосе, еще четенько по центру, ну... Нифига себе. Вот ты чего? Искусственный интеллект дошел. Вначале, конечно, как алкаш какой-то ехал. Ой. Блин, а как ей в реальности-то пользоваться? Тут ни хрена ничего не видно. Или надо вот так вот, что ли, под... А, наверное, вот так вот надо пользоваться. Блин, туда все опилки ко мне прям лететь будут. Или опять как это, бинокулярное зрение использовать. Ой, опилки летят, я ж не вижу, он спилил или нет. А чё он не едет-то? Ой, его когда включаешь, он вообще не едет, нифига. Блин, наверное, проще вот так вот, наверное, его выровнять. Вот. И вот так вот проще будет распиливать все это дело. Просто дольше пилит. Ну блин, тут надо дверь-то достать, иначе опилки все ко мне полетят. Так. Немножко мимо. Да блин, не поворачивает, прикинь. О, зато распилил. Подожди, он может ему просто по лошадям не подходит. Ну, в смысле, подходит, но все равно слабоват. Хотя тут ничего не... Да хотя, что тут просто диск раскручивать, да и все. Я думаю, даже у такого погрузчика хватит лошадей. И мощности этого насоса-то. Ну, то есть не мощности, а производительности. Так, что у нас тут-то, блин? 1,5 тонн. Блин, может эти ветки как-то посильнее отпилить? Ой, блин, они тогда тут все останутся, да? Ну или спиливать их в тех местах, где они будут мешать это погрузке. Ну, не погрузке, а цеплянию вот этим крабиком. Ну-ка, что там у нас? А что, тут какие-то косяки наставлял? Блин, Вася, а? Оп. Так, МТЗ-ху надо, наверное. Надо вон туда ее подогнать. Здесь она что-то вообще не к месту. Далеко больно ехать.
Да можно вообще прям на делянку заехать, да и все. Главное, на пенек не налететь. Так, что по времени? Блин, 40 минут уже. Ёлки-палки. Оп, падай давай. Чего не падаешь-то? А сколько она весила, кстати? 300 килограмм. Ну, почти 400. Я думаю, до тонны он нормально будет поднимать. Дальше уже, наверное, будет сложновато. Особенно без противовеса нормального. Так, вот это надо отпилить. И сколько... А, подожди, я же их могу так потом уничтожать. Вот и все. Проблем-то. Так, и за это место крепанем туда. Ай, блин, еще нижняя ветка мешает. Ну, вообще никаких проблем. Тогда можно будет их под корень в следующий раз рубить-то и все. А, еще с той стороны, наверное, будет мешать, да? Эх, да блин. Вот это уже потяжелее. Блин, надо ветки все вот эти вот отпилить, иначе будет мешать в следующий раз. Да, оно и сейчас уже мешает. Подожди, а здесь что у нас? Ну это березы, вот эти вот деревья, с ними постоянно проблема. У них какая-то невидимая коллизия иногда и остается. Ну-ка, это я тоже могу, наверное, пильнуть. Вообще. Ну, с них просто ничего не выпадет, раз они так пилятся. Это я понял по дровокову. Ну, вообще исчезу. Так. Да, меня точно в плотники не взяли, иначе бы я так пилить с такими сучками. Так. Странно, а почему они сейчас пропадают? Или те были слишком большие? Жалко, нет никакого там топора, например, моды. Так. Во, вообще чётенько. Ага. Так. Тут уже надо вот так. А, тут еще одно. Тут не подъехать. Во! Ну, более-менее так. Сколько на... 400 килограмм. Так, по идее, его можно пополам распилить да погрузить. Подожди, есть 400 килограмм. Ну, блин, оно получается сколько? 7 метров. Но она явно длиннее прицепа. Нам тогда пополам просто его зафигарить. Ну, вот сейчас сделаем так. Это бревно отвезем, да и закончим. Правда, мы ни хрена, можно сказать, еще не сделали. Но только это начало получается. Тут еще много чего делать. Блин, слушай, в идеале тут можно даже, знаете что? По-моему же из лесной промышленности вот этот получается мульчер, да? Он же получается как бы землю всю обрабатывает. И потом можно получается все это... Но это, блин, все равно не то получится. Ну не знаю, посмотрим. Может быть еще мульчером произойдет. Но тогда нужен трактор мощный. Это по-любому надо ХТЗ-ху скачивать. А я и забыл, блин, пока на английской карте играл, забыл про эту ХТЗ-ху. Когда уже выйдет нормальная такая простенькая ХТЗ-ха? Оп. Ага. Даже интересно, сколько выйдет со всего этого. Ну, наверное, мало. Мягко говоря. Так, а что у нас по времени 44 минуты? Ну, можно, в принципе, еще вот это захватить. Оно же вон какое маленькое. Тут, наверное, ветки-то не убирать не надо. Ага, они, наверное, не уберутся тут, да? Нифига там ветка какая. Блин, темно уже тут. Блин, на них вот хреново целиться, конечно.
Ну, такую маленькую, наверное, смогу взять, потому... Вообще пропало. Ну, замечательно, блин. Я тут старался, пилил на раз, и вся пропала, блин. Так, а чем я по деревьям-то еще осталось? Получается... Раз. И опять вот эта фигня. То, по-моему, за участком. Раз. А, так... А, вот два. Так, два дерева всего осталось. Ну, а... Ну да, два дерева всего. Так, это мы... Не, не буду крепить. Поехали, чё-то. Плюс еще пеньки надо будет убрать. Вот жалко, вот эту фигню нельзя убрать. Так. Надеюсь, ничего не потеряю по дороге. Крепить не буду. Вот это еще дерево будет спилить, потому что тут вообще что-то как-то не к месту. Да и что-то автор тут так много иностранных деревьев насадил. Кому деревья? Вот здесь кому дрова? Только колите сами, особенно вы, сучкастые, которые, блин, хрен расколешь. Особенно, когда они сухие станут. Блин, у меня сейчас, получается, автоподгрузки еще нету, потому что скрипт я удалил, еще не откатывал. А, мне сюда же. Один поддон уже готов. Блин, я такой молодец, даже превьюху не замутил. Ну ладно, сделаю с теми двумя последними. Так, где у нас триггер-то? Так. Один. Не, слушай, нормально так-то. Здесь оставим. Ой, как раз он сейчас докосит. Остальное я уже буду за кадром делать. Ладно, дождемся, пока он доделает. Нифига себе, уже полбака сожрал. Вот это я понимаю, тракторишка. Настоящий русский трактор, блин. Но, к сожалению, эту фронталку придется удалить и скачать попроще. Как бы она мне не нравилась. Тем более, ХТЗ-ху потом возьму, поэтому никаких проблем в этом не вижу. ХТЗ, кстати, по-моему, тоже до 50 тысяч стоит, поэтому, в принципе, выгодное будет вложение. Сейчас, тем более, поддона не продадим. Читаю, у нас получается два слабеньких трактора и один средний. А, ХТЗ уже там что надо будет вкачивать двигатель. У него же, по-моему, в стоке 180 как был. Это что за сканер такой? Это от Куспоя, что ли? Все, ты закончил. Хорош. О, и игра свернулась. А вот тут вот стану. Превьюху я уже буду потом делать, когда утро будет. А. Заодно и проверим, как работает. Идеально работает. Контр-Х. Ну все, на этом моменте давайте заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки. Пожелания, конечно же, пишите, не стесняйтесь. Ну и все. Всем пока.